пустить надо сейчас, потому что это на само Павлова. Так, ну что, я вам бочку просто по голосу подаю. Был уж поворот или нет? Нет, там вот такая же. И не руинит движок, потому что он просто резко потом испортится и все. Вот, наверное, он был. Первый поворот был. Так. Короче, налево будет следующий поворот. Налево. Иди. Это, блядь, конец дороги, нахуй. Я и зарейдю их сейчас, нахуй, за такую хуйню. Ты, блядь, вы чё там охуели? Да раз, сука, закрыли, блядь. Садись. Сам ты пошел нахуй. Пидорасы, блядь. Что, стреляем? Нет. Там и русские. Охуели. Ты что, охуели, блядь, проезд закрыли? Слушай, будете платить, блядь, за проезд. Кому, блядь, платить? Ты что, ёбу дал, нахуй? Свободная страна. Блядь, это... Не хочу. Слушай, тут будет шлагбаум, видишь? Шлагбаум, блядь, тут закрыли, нахуй, дом будет построить. Ну мы можем тебе открыть ворота, понимаешь? Это тебе просто. Так, а нахера ты вот стоишь сейчас? Не будет. Слушайте, пацаны, я не знаю, что вы тут едете, но. Someone built a house in bridge throughout what we need to go. Like and funny thing that Nekatolk was it. It's Russian okay. Also. Давай это, слушай, я с 50 поеду, а ты тут чек. Давай, давай, я так и сел. Да, да, давай. Слушай, но он быстро не откроет. Давай, давай, давай. Уезжай, налево.